Ну что? Всем чао, здорово. Шедевральное продолжение. Я немножко подзатянул, но я, в принципе, таки рассчитывал. Я думал, что я в субботу, так сказать, почитаю воскресенье, думал, буду отходить. Ну, так и лучше. Ну, и в понедельник вот я плюс-минус отошел, но тут, блин, еще нарушение плана в куче появилось, но да. Ну, поэтому немножко поздновато, но все же. Так, ну, не знаю, ну, тут нечего на самом деле рассказывать, можно сразу же продолжать, типа. Хотя тут бы Хайт оставил один интересный комментарий, типа, спасибо за стрим, ну, за реакцию на аниме склад начисто не меняем, но, сука, по факту же, Пашок с Денчиком променяли аниме склад на сиськи. Поскольку, блядь, был такой разговор а-ля блядь, я... хотят убить только тебя, нахуй нам туда лезть, блядь. Типа, с каких пор мы такие кореша офигенные, что-то. Ну, что-то там в таком духе, я помню, разгон был. И после этого аниме склад начисто не меняем. Это предательство в чистом виде. А потом только, когда до них доперло, типа, блядь. А если Хайта убьют, нам потом тоже пизды дадут. Тогда не, нужно камбэкать, блядь, все. Это не называется аниме склад насихиняем. Они крысы. Ну, по крайней мере, в этом моде. Они мыши ебаные. Ну ладно. Мы сюда пришли за фаном. Ну, а по факту, да, они мыши. Так что я опроверг этот статус. А ёб твою налево, Лена, что ты делаешь-то, а мразь такая? Я день и ночь водку пил, мясо ел, кровь копил, а ты из меня её всю выпустить думала, что ли? Прошипел я, который раз склоняясь от тренингной атаки и глядя на черной порез, на этот раз пришедшийся на правое плечо. Лен, слушай, может забудем всё? А может забудем всё и сбежим? А может забудем все и сбежим? Блин. Ой, блядь, какой знакомый смешок. Ай-яй-яй-яй. Я тебя понял. Едва успев прикрыть шею и лицо руками, получив очередное рассечение, я попятился назад, шипя и шатаясь. Я так скоро от потери крови откинусь. Тут как пить дать. Достал! Сквозь шум и треск яростно выкрикнула Эмми откуда-то справа, спустив из себя нехилый разряд, после припав на одно колено и тяжело дыша. На ее теле зияло, наверное, сияло, или зияло, я не знаю. А это на проверочку. Несколько глубоких ран, а асфальт вокруг нее блестел от заливающей его крови. Не я один, видимо. Не смей смотреть на других девушек, когда я перед тобой. Да ты мне нафиг не уперлась, ё-моё. Ё-моё. А ебать там... Ух, нихера себе. Звука там нормально накинуло. Только я собрался и приготовился увидеть направление, в котором с меньшим риском для остатков хп я смогу уклониться, как вдруг в лицо ударил поток ветра, перекрывая обзор пылью целым ураганом бумажных листов, срезая видимость. Я чуть прикрыл лицо, смотря перед собой через зазор между пальцами, ощущая на теле и руках мелкие противные порезы, оставляемые на коже пролетающими по касательной листами. Да что ж такое-то, а? Ненавижу, блять, магов. Ох эти Ой, секунду. А, гадость. Едва закончив мысль, не успев даже сморщиться от переполняющей меня злобы, я заметил какую-то черную дыру, открывшуюся по боку от меня, и быстро развернулся к ней лицом, подозревая, что сейчас из нее вылезет какая-нибудь очередная херня. И этой херней стал Пашок, вылетевший на меня из этой самой дыры и сбив с ног. Вот так кабаняга! Только и прошептал я, когда мир перестал крутиться, а асфальт закончил отбивку моих боков. Пердеть ртом как бы некрасиво. Ну,
блин, типа, ладно. Стряхнув головой, я медленно встал на ноги и чуть подался назад, запнувшись о что-то и чуть не упал. Преградкой оказался Денис, что сидел на заднице чуть позади, весь усеянный порезами, опустив руки и смотря перед собой. Ебут помаленьку. Тот лишь поднял на меня заебанный и крутой взгляд. Так, чё там? Мне, по-моему, можно восстановить звук. Ну, блядь, просто я говорю, корректировать звук туда-сюда, потому что одни звуки, блядь, могут там, возможно, громче меня пиздеть, и хер поймешь, короче. Вставай давай. Да это бесполезно. Мы им ничего сделать не сможем. Да нормально все, чё ты? Нормально? Подала голос Эми, также пошатываясь, шагая к нам крабиком, наблюдая за машинными убийцами, что тоже стянулись в кучку. А то, что у тебя из бочинных лещ в трущом, это ничего? Я опустил взгляд вниз, и действительно, левый бок... А, ну, видимо, зиял. Ну, зиял, блядь. Два раза, вряд ли. Большой колотой раны, из которой струилась на асфальт драгоценная кровушка. Издержки профессии. У тебя там тампона не найдется, а? Эми медленно и зло перевела на меня взгляд. Ладно, не урчи. Эй. Я ткнул носом в бок пашка, лежащего на асфальте. Вставай. Я саданул чуть посильнее, и тело отдыхающего дернулось. Словно он упал во... Словно он упал во сне. Ля. Я жив? Где я? Какой сейчас год? Где мои вещи? Жив, все остальное байки. Пашка поднялся тяжело кряхтя, вытирая лицо руками и оглядываясь. Кайт, ты что-то какой-то бледный. Витаминов не хватает, наверное. Ну да, иди алкоголя, пивка, вон выпить, там столько витаминов. Пожалуй, я плечами. Ну я знаю, что он пиво не любитель, но это я так. Пожалуй, я плечами, обоими руками перекрывая и давя рану. На рану. Чувствую, как тело медленно, но верно немеет, а глаза норовят закрыться. Все могло бы закончиться гораздо быстрее. Но нет, вы вечно лезете не в свою тарелку. Вот что у вас двух идиотов сюда привело? Не спалось? У вас был шанс, но вы его упустили. Так тебе же убивать меня нельзя. Ты сам говорил, что тебя шеф по головке не погладит за это. Да мне уже плевать, честно говоря. Надо, не надо, не имеет значения. Я получил достаточно силы из этого места, чтобы перестать быть марионеткой. Никто не смеет... Бля, я уже сказал, никто не смеет мне приказывать. Не зварикай эти фразы. Артс, никто не смеет мне приказывать. Никто не смеет указывать мне, что делать. Я дал тебе возможность выжить, но ты ее упустил. Так что, суши весла. Охуенно. Какой план? Не знаю, как вы, а у меня уже сил нет. Смерть получается. Нужно через «э» было. Смерть. Так более эпично звучит. Словно в ответ на этот риторический вопрос на руке пискнул браслет. Вы все живы? Прекрасно. Вот, даже шутер, блядь, из другой вселенной, которому, казалось бы, могу быть вообще похуй на нас. Ну, типа, блядь. У него там свои траблы, блядь. А он, блядь, вон, помогает нам. Вот это вот карифан такой нормальный. Нужно продержаться совсем немного. Уже почти все готово. Пошел вон. Вот. Мы уже на грани. Даже Эми выдохлась, не говоря о нас. Потерпите еще немного. Ладно, говорим. Вывезем. Тут без вариков. Ну, по сюжетке должны, по факту. Мы же, как бы, ГГ, нам нежелательно откидать. Я сделал шаг вперед и пошатнулся. Воу. Разошелся в кашле, от приступа которого через зажатую дыру в бочине просачивалась сквозь пальцы кровь. Сквозь пальцы. Кровь полилась еще обильнее. Эй ты, клоун, иди сюда, сейчас пиздиться будем. Все, не умерся? Я не стал отвечать, делая еще шаг вперед на ватных трясущихся ногах. Кайт! Кайт! Все? Пизда, да.
Пиздец, Хайд. Тормошу упавшего на асфальт я. Эй, салам алейкум. Денис, нажми рано. Да. Как? Да двумя руками просто ее заткни. Тут кровищи. Меня вырвет сейчас. Шипион, зажмуриваясь и давя на рану Хайда руками, уже обильно залитыми кровью. Уже обильно залитыми кровью. Какое же мерзкое чувство, господи. Я не ответил, отвесив Хайду пару пощечин. Вот и все. Донеслось до меня с усмешкой. И стоило так затягивать то, что было неизбежно. Эмма вновь заискрила, чуть выходя вперед. Погоди, стой. Чего ждать? Давай чуть-чуть отдохнем, пока он решил. Шептал я ей тихо. Она лишь злобно выдохнула, зыркнула на пионера, но сделала шаг назад, успокаиваясь. Верно. Что будет делать теперь? То же, что и раньше. Затягивать время? Вы же совсем выдохлись. В чем смысл? В борьбе, тупой ты кретин. И какой в ней толк, если она бессмысленна? Все уже предрешено. Жизнь по факту своему тоже не имеет смысла. Она тоже предрешена. Но ты же живешь и за нее цепляешься. У всех свои цели жить и любить ее. Вот именно. И у нас свои цели бороться. Да и вообще, глупый вопрос. Борьба за жизнь никогда не была и не будет бессмысленной. Какие громкие заявления. В твоем случае я еще могу понять. Тебе крышка и других вариантов у тебя нет. А эти двое? В чем был смысл менять спокойное и счастливое существование на эту полную бойню, в которой у всех вас изначально не было шанса? Зачем и для чего? Что за чувства толкнули их на это тупейшее решение прийти сюда? Даже не знаю. Тебя это ебать не должно. Не договорил? Угу. Кровь больше не идет. Он не дышит. Пульс? Я прислонил пальцы к шее, а после попытался прощупать его на запястье. Не чувствую. Да, все правильно. Я уперся в груди лежащего, но и биение сердца тоже не услышал. Да ну нет. Отлично. Это была довольно продуктивная беседа. Зачем пытаться помочь своему другу, если можно просто вести бессмысленный и бессвязный диалог с тем, кто хочет вас убить? Глупые детишки. На руке Хайда пискнул браслет, чуть озаряя лицо Дениса, сидящего рядом с ней, синим свечением. Вместе с тем, над нами навис огромный купол, отделяющий пионера и его шайку от нас. Возьмите за руки. О, сила дружбы, да? Выдала вдруг проекция, проявившись в тусклом блеске, исходящего от браслета. Чё? Вы должны немедленно взяться за руки. Что за бред? Давай делать так, как она говорит. Чёрт вас подери. Это... Ну, Эмма сейчас вообще током должна пиздануть. Только Шхайт может к ней прикасаться. Так что, блядь. Чё-то беда какая-то. Это больно? Да. Не сводя взгляд с противников, Эмма прошла к нам и присела рядом, беря меня и Дэна за руки, о чем меня тут же шибанул разряд позитивной энергии на весь день. А вот, а там до этого в одной из записей, я не знаю, Хайд это пофиксил или нет, там Эмма, по-моему, со Славей что-то поздоровалась и Туни шибанула током. Я это помню, косячок. Не сводя взгляд, да. Эмма, ты должна пропустить свою энергию через ребят. Вы должны это сделать. Только так мы сможем получить ваши перемены и изменить функции, созданные пионером, тем самым нарушив работу скриптов. Чё? Не спрашивайте, делайте. Закройте глаза. Нас же разом завалит. Барьер защитит вас, но долго он не выстоит, поэтому вам нужно поторопиться. Плохая идея. У нас нет выбора. Сами мы не вывезем. Я крепче сжал руку Эми и глубоко вздохнул. Мы готовы. Закройте глаза, сосредоточьтесь, сконцентрируйтесь, почувствуйте энергию внутри себя.
Поделитесь ей друг с другом. Аж с самого мурашки по телу пробежали. А, сейчас у нас, типа, огромная жизнь будет. Так, тихо. Тепло. Я сильно вдохнул чистый воздух, чуть потянувшись на прогретой солнцем земле, шебурша травой под собой. Нос щекотал запах цветов, а уши приятно отдыхали после шума на площади, наслаждаясь тихим пением птиц и стрекотом насекомых. Сказанька. Так, подожди. Только и подумал я, и в тот же миг подорвался на месте, распахнул глаза и ослепнув от солнца, бьющего в них. Ух-ё, бля, нужно бежать лутаться. Дома пустые, мы бы чё найдём. Чуть проморгавшись, заведомо прикрыв глаза ладонью и мало-мальски привыкнув к яркому свету, я таки решил глядеться. Прищуриваясь, я углядел указатель, что виднелся чуть впереди, убегающий куда-то в свет дороги, и направился к нему. Ага, проговорил я, прочитав надпись. Ну, походу я того, Рип. Замечательно. Привет Василию, получается. Я лишь грустно выдохнул, глотая комок, подступавший к горлу. Похлопав себя по карманам, я с тоской понял, что при себе у меня сигарет не осталось. И последнюю я скурил еще в начале флекса на площади. Это печально. Эй, друг! Услышал я позади, чуть оборачиваясь. Ко мне направлялся мужчина в спортивной одежде, модных кедах и забавной шапочке. Лица я сначала не разглядел, мешал чертов райский RTX. Будь любезен, щелкни меня на фоне. С улыбкой попросил он, протягивая мне мыльницу. Я чуть не растерял зубы от удивления. Уильям? Он самый. Мужчина улыбнулся мне и, пройдя мимо, присел у указателя. Уильям Бефо? Бля, я помню. Дефо, какой Бефо, блядь? Я дебил. Сфотай, чтобы типа я как на прогулке. Естественно, чтобы получалось. Вы как тут? Я на пробежке, вышел набраться вдохновения, размяться и все в таком духе. А, вот оно что. Я поймал Дефо в кадр и сделал пару снимков. Частенько в рай мотаетесь. Время от времени. Хорошо тут, умиротворенно. После маяка и внутри чаще заглядываю, дабы отойти от напрягающих и тяжелых ролей. Могу понять. А тебя как зовут? Василий. Приятно познакомиться. Максимально аналогично. Обожаю вашу игру. Приятно слышать. А ты, я так понимаю, немного уснул. Он встал с места и, подойдя ко мне, забрал из рук камеру. И как ощущения? Смешанные. Пойдем, отойдем чуть-чуть. Он похлопал меня по плечу и, сойдя с дороги, подошел к небольшому изваянию, основание которого плотно проросло травой. Так, секунду. Так, извиняюсь за немного отвлекся, но ладно. Здесь всегда ты красиво, умиротворенно. Знаешь,
Я боюсь, что однажды, когда и мое время придет, я не смогу пройти по этой дороге снова. Не просто на указатели, а до врат. Врат, которые я бы мог переступить. Но смогу ли? Ведь мы никогда не знаем, что действительно плохого или ужасного мы когда-то совершили. Но нам зачтется в конце. Ой, что нам зачтется в конце? И бывает страшно представить, какой другой путь. Путь вниз. Думаю, раз я здесь, то вам точно повезет. Надеюсь. Но то, что ты здесь, не факт, что ты тут и останешься. Улыбнулся он мне, вновь устремив взор на небо за крестом. А вы как вообще сюда забрели? Долгая история. Не думаю, что у тебя есть много времени. Тебя уже ждут. Кивнул он на крест, сквозь форму которого вызывал я в глазах легкий дискомфорт, светило яркое солнце. Может быть. Успел ли ты сделать все, что хотел в этой жизни? Хочешь ли без оглядки? Сложный вопрос. Так, ну вот тут можно на звука «да» добавить, согласен. Скорее, я вообще ничего не успел. Оглядываться? Не знаю. Не на что мне оглядываться. То есть, смиренно уходишь вперед к свету? Честно? Понятия не имею. С одной стороны, если загробная жизнь есть, меня там должны ждать люди, по которым я скучаю. А с другой, возможно, я еще нужен там, откуда попал сюда. А что происходит там? Да так. Друзья попали в заварюшку, в которую я самый первый, как лох, откинулся. Добавил я последний с усмешкой. Но вряд ли я там еще нужен. Возможно, без меня все наладится. Хотя я понятия не имею. А если был бы выбор? Вернуться назад, туда, к друзьям, которым, возможно, ты нужен прямо сейчас. Или же уйти туда, вверх, к тем, кого ты любишь и о ком скучаешь. Что бы ты выбрал? Сложный вопрос. Знаешь, когда я был ребенком... Бля, какую-то умную мысль хотел сказать. Я тоже когда-то был ребенком. Когда я был ребенком, мой отец говорил мне, ни один человек не заслуживает того, о чем не может позаботиться. Эта фраза детских лет со мной всегда. Я всегда задаю себе этот вопрос, когда в моем близком кругу появляются новые люди. Вот и ты спроси, достоин ли ты быть этих людей, с которыми шел рука об руку, которых назвал друзьями. Блять, вообще, я говорю, я до самого конца буду придерживаться мнения, что они были недостойны его. Я вот этого мнения буду до конца придерживаться. Не, ну может с поступлением новой информации, так-то. У меня свое мнение, но пока что у меня вот такая вот картина. И искренне ли ты... Так, вот, еще раз прочитаю. Вот и ты спроси, достоин ли ты был этих людей, с которыми шел рука об руку, которых называл друзьями? И искренне ли ты считал их таковыми? Если да, то как считаешь, смог ли ты о них позаботиться? Были ли они настоящими друзьями? Были ли они настоящим другом? Был ли ты настоящим другом? Сори. И действительно ли тебе стоит уйти к свету, оставив их за собой без сожалений? Конечно, те, кого ты любишь, ждут тебя по ту его свету сторону. Но все-таки он чуть повернулся ко мне и улыбнулся. В любом случае, у тебя есть немного времени. Так почему бы не подумать о действительно важных вещах, не так ли? Он похлопал меня по плечу и, развернувшись, пошел к дороге. В важных вещах... Я хмыкнул, бросив взгляд на крест и, чуть постояв, направился следом за Уильямом. Мне проблемы лысли, блин. Я всегда об этом говорю, вот просто... Поначалу я не замечал, но после того, как мне об этом начали говорить, вот я сам свое внимание на этом стал акцентировать. Пора мне. Жесткий график, дела.
Черт, пропущу ваш новый фильм. Может быть. Ты ведь еще ничего не решил, верно? Если бы я не решил, я бы давно повесился. Улыбнулся ему я, пожимая протянутую руку. Спасибо за беседу. Было приятно познакомиться. Аналогично. И вам спасибо за пищу для размышлений по пути. Он улыбнулся мне и направился прочь по дороге. А я же только заметил, что в моей ладони, в которой я сжал руку Дефо, оказался лист бумаги. «Мой номер!» — крикнул он мне издалека. «Если вернешься, звони, выпьем отменного шотландского виски». «Непременно», — ответил ему я с улыбкой. «Все, уже без тяги не могу». Ответил я ему с улыбкой, убирая бумажку с номером в карман штанов. Прекрасно понимая, что независимо от моих решений, для меня дорога, входящая лентой за указатель, ведет в один конец. Ладно, была не была. Погнали, поглядим на этот ваш рай. Опачки. И стоило мне чуть пройти вперед, как вдруг херак и белый свет. Воу! Выдал я, оглядываясь, когда биофон сошел на нет и блистательный свет перестал сжигать мне глаза. Да тут у вас прям как в Яндекс.Картинках по запросу рай. Блять, я думаю, если сейчас ввести в Яндекс.Картинки по запросу рай, это он сразу моменталочкой будет. Чистая душа. Давай вдруг откуда-то спереди. Иди же ко мне. Хочу я говорить с тобой. Я медленно пошел вперед, слушаясь в хруст облаков под ногами. Под ногами, а не под ногами. Блять. Словно наступая на снег. Это что? За SS-рефер? Это что? Это что за SS-референсы? Бог? Наивно. Привет безгрешным, остальным соболезным. Сейчас мы будем говорить о всяких таких штуках, типа вашей жизни, сожалений и прочего дерьма. И Христа ради, поменяйте оповещалку эту вещающую загробным нудным голосом. Чё? Дин Хо? Не, ну а кого ты ожидал тут увидеть? Иисуса с креста? Ну типа Отца Небесного там. Ладно, мне все равно, что ты там ожидал. Давай рассказывай, как помер, что делал, зачем пришел и все в таком духе. За точкой пырнули, вот и помер, ну а пришел. Ну потому что другого пути не было. Ну ты тупой, конечно, а в обратную сторону пойти не судьба? Или ты из тех, которые как бараны, только вперед? Учту. И что? Собственно, я все? Рип? Нет. Ты что, хочешь от меня услышать? Нет. Кто хочет меня услышать, я не понимаю. Я появляюсь только тогда, когда очередной скрученный праведник вроде тебя оказывается при смерти и шибается по округе. Задавая всякие глупые вопросы. Праведник вроде меня? А я точно не в ад заверну? Ходите, интересуйтесь, что же будет с вами. Ходите, интересуйтесь, что же будет с вами дальше. Можно ли стать ангелом-хранителем вашего сына? Вашего сына корзины? Фу, блядь. Можно ли стать ангелом-хранителем вашего сына корзины? Блять, ну извините, я австралопитек. Почему я оставил вас и вашу бренную землю? Почему ангелы покинули вас? И почему у вас там творится в мире всякое дерьмо? Я, конечно, как создатель этого мира должен обо всем этом знать. Но ты вообще представляешь, насколько дешевый амфетамин на вашей земле? Вот я купил себе КамАЗ Мета и 22 проститутки. И не смотря на меня так, что ты бы не купил? Ой, на рабство это похоже по-твоему, да? Проституток он купил. И да, ты не ослушался. Я их не заказал, а им купил. Вообще, с количеством веществ в моем организме мне стало жить, наверное, примерно часов 5. Да, со стороны закона это все неправильно. Но видишь ли, я бог, а ты нет. А еще час назад я выиграл 7 миллионов долларов в лотерею. Круто, да? Очень за тебя рад, но мне-то что делать? Stairway to Heaven? Или как, куда, кого, чё? Stairway... Ну, Stairway... Правильно.
Мне поебать, 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 поебать. Посмотри. Мне поебать на все. У меня 7, блядь, миллионов. Ты меня слышишь? У меня 22 проститутки на острове возле Владикавказа. Я могу захерачить одной из них в башку стулом, и мне дадут медаль на спасение утопающей. Аля. База. База. Да и к слову об этом. Я тут, кстати, думаю, наслать на вас очередной великий потоп. Видишь ли, в прошлый раз я недостаточно самоутвердился. А еще я бог. Не забывай об этом, когда вернешься в свой проемный мирок. И буду рассказывать всем, что ты видел самого меня. Что творится-то? Я так понял, ко мне... Ко всем небесным делам ты имеешь посредственное отношение, и тебе, как ты говоришь, пофигу. Может, ты до меня обратно вернешь, раз тебе по барабану? А я тебе в рассказ добавлю. А то там у нас с корешами битва за мирового масштаба. Наверное, битва мирового масштаба происходит, если можно так выразиться. Нет, ты правда думаешь, что мне не насрать на тебя, на твоих друзей, да и на весь этот сраный мир? Тебе не кажется, что мне даже поебать на эволюцию? Дела у них там мирового масштаба. Последний раз я вспоминал о вашем мире, когда я упоролся метамфетамином и лежал в какой-то облеванной коморке и вспоминал, как я вообще создал жизнь на этом ебучем шарике. Ну, значит, лежу я такой в другой облеванной коморке, но, блин, ванул я тогда не от веществ, а от того, что питался плохо. Всякие это как гнилые яблоки, кабачки гнилые, непонятно откуда они только брались, где их брал, блядь, вспомнить не могу. Ну, видимо, утался в дези хуёво. Я бы, конечно, питался всякими котлетами с пюрешкой или консервированными бобами, но тогда это я еще не придумал. То есть в том, что я перетаскивал всякие молекулы и миксовал их вместе, динозавров там выращивал, в космосе кометы и звезды там рассовывал всякие, и хуяк, короче, представь, камень на вашу землю уронил, а там как ебанет все. Твоя история одна лучше другой просто. Знаешь, верю всей душой, но должен спросить, ты давно проходил медицинское обследование? Ну и, короче, метеорит пизданулся, а там взрыв, раскол, динозавры и почти все живое вымерло нахрен. Ну, я думаю, надо с этим что-то делать. Думал, свалю все на уборщицу, но потом понимаю, что у меня там все это летопись истории мира и скрижали судьбы уже записывается. И как они там называются. И, короче, простоял так минут 30, а потом все-таки соображаю, ну, нужно же что-то делать. Ну и, короче, начал пытаться потушить там все, но переборщило, вся планета схлопнулась и куда-то в черную дыру улетела, разрушаясь на пыль, убивая остатки всей жизни на планете. Ну а потом как в эссесе, херак и белый свет, а позже я уже на облаке просыпаюсь и понимаю, что у меня отравление от яблока было, и все это мне привиделось. К слову, именно поэтому я запретил Адаму с Евой яблоки жрать. Ну и короче, после всего этого мне пришла идея сделать... Блять, что ж... Ладно. Ну и короче, после всего этого мне и пришла идея сделать существ, типа людей, которые будут шляться по планетам и жрать всякое дерьмо, понимаешь? Прям как жизнь. Очень интересно. Достается прям. Но ты, может, вернешь меня обратно к жизни, там, нет? Да что ты ноешь все про жизнь свою, знаешь? Мне кажется, это тебе нужно пройти медицинское обследование. Вообще, казать, что ты сюда полез? Я бы на твоем месте лицензировал движок Unreal 5 Engine, чтобы сделать игру, в которой все будет одним большим коридором из МНД. Это было бы так круто, да? Не, ну тут согласен, блядь, без... Круто? Да круто, блядь. Знаешь, я бы тоже хотел не трепаться с тобой и рассказывать тебе элементарные основы сотворения мира. А лучше бы еще раз забрался на Эверест. Хотя чаще, когда у меня возникает такое желание, я обычно закидываюсь морфином. Блядь, еще... Я в ахуе. Да я тоже, блядь, тут все в ахуе. Блядь, я не знаю. Мне дед, блядь, вернулся, чтобы сказать, что он в ахуе. Только и выдал я, когда Дин наконец замолчал. Давай куплю твою новую игру, напишу на нее положительный отзыв, а ты меня обратно вернешь. Блядь, я не понимаю, в чем твоя проблема? Развернулся и пошел обратно? Нет, неужели ты настолько тупой? Че? Просто могу уйти и все? Нет, тебе точно нужно пройти медицинское обследование. Ну ты же явно больной на голову придурок. Мог бы и сразу сказать, а не читать тирады и вообще. Ладно, все, пока, прощай. Я всегда знал, что вы там все на земле долбоебы.
Бля, ладно, вот это по факту. Ой, секунду. Иисус, помоги! Только и прошептал я, перекрестившись. Только живой! Магия сработала? Я умирать теперь точно не хочу. Да я в стенку, если бы там реально такая заварышка была, блядь, можно было бы остаться на земле. Я глядел, ребята, можно было бы остаться на земле. Ну, желание, блядь, суицида, блядь, и всякой прочей херни было бы значительно меньше. Я глядел ребят, что сидели надо мной почти кругом, крепко держась за руки. У вас тут что, сеанс дружеской терапии или спиритизм практикуете? Это, блядь, братишка, сила Винкс. Чародейки там, вот это все хуйня. Заткнись. Вот, сразу видно, меня тут любят и ждут. Пробормотал я, когда Дэн и Пашка... Блядь, Пашка близко. Когда Дэн и Пашка помогли мне подняться на ноги. Вместе с тем треском стекла в какой-то стене перед нами образовалась большая брешь, и купол, который я сначала не приметил, начал медленно осыпаться осколками, которые не долетали до земли и спрялись мягко голубым светом в воздухе. Что происходит-то? Все то же самое. Немыслимо. Почему ты не дохнешь, черт тебя дери? Ты бы видел, что там за гранью творится, тоже бы обратно в тело поспешил. Все так плохо, Ладу? Их спросил Дэн, переминаясь с ноги на ногу, в ожидании очередного раунда против команды пионеров. В раю, Дэн, в раю. А ты представить боюсь. Умри, тысяча проклятий. Не успев встать, Вася вновь отлетел от нас, чудом не задетый градом лезвий, на пару метров с хрустящим звуком рухнув на асфальт. Несмотря на то, что вся ульта влетела в него одного, его не порвало на фарш и даже не оставило на теле никаких следов. Это... За исключением разве что какого-то разноцветного пара, витавшим над ним. «Вообще-то у меня вопрос», — тихо проговорил он, чуть приподняв руку. «Есть курить?» «Невозможно!» Ну, штампованная ситуация, да? В нашу сторону сделав пару шагов, прошел пионер, щуря единственный оставшийся глаз и всматриваясь в тело лежащего на земле Харика. «Невозможно! Это была одна из моих сильнейших атак! Почему ты сейчас не сдох там, мать твою?» «Да потому что ты дебил! Ты акцентировал внимание не на том, на чем нужно было, на чем он, поднимаясь на ноги. В этом и был мой план. Но даже я не рассчитывал на то, каких люлей ты сейчас получишь. Чё ты несёшь? Хуевая обманил. И тебе советую начинать. И я тебя уничтожу. А? Ты это уже 20 раз сказал за эти полтора эпизода. Но ты, видимо, забыл, что в нашей команде действует одно правило. Как говорил мой дед, я твой дед. Эйнер кампина ален сука. Не, я не знаю немецкий, так что мое произношение супер бэд. Чё, от сердца к солнцу, что ли? Что происходит? Я ебу, думаешь? А бимбола меня по... О, блин, какая нахуй бимбола меня подери? Ой-ой-ой! Блин, легендарный камбэк. Ай, бля, у меня аж мурашки пошли. Другой истории более подробно, о которых вы можете... Я читал, я помню. Наверное. Ну, по крайней мере, записи директора Так Адвенчура у меня на канале есть. Лучшая команда в сборе. Ну, получается так. Бля. Да кайф. Не думал, что скажу это, но я рад вас видеть, парни. И тебя, Бити. Не думал, что мы еще встретимся. Я надеялся. А этой пионерской шахты все малое смотрю. Кирки заточены, мотыги зачальны. Тряхнем стариной, чё.
Ну. Ягами Лайт. Пионер залился истеричным смехом, придерживая пустую глазницу ладонью и сесть на месте. Да, да. Это, фу, блядь, извращенец. Это настоящий подарок судьбы. Я прихлопну вас всех разом. Я мог об этом только мечтать. Но вы сделали мне этот огромный подарок, воплотив мечту в реальность. Мы же за слюной орал, в то время как мы все выстрелились в одну шеренгу. Убить. Убить их всех. Никого не жалеть. Ох, ебаный сыр. Опять зомбари? Как прелестно. Он хочет так потянуть время, чтобы собраться с силами для чего-то более серьезного. Ну, значит, надо разъебать его раньше, чем он нафармит ману. Нафармит ману? Это регенер ману. А фармит мобов. Это вот ткнул он меня в бок. И флешка. Вот возьмите. Передач протянул к нам руки, держа в каждой из них по топору. Черт помет, до взявшихся. А алмазных не было? А, ну это типа отсылка к Майнкрафту какая. Чем богатый? Пойдет. Еще бы. После боя гол помнить не забудь. Пусть он последний Денис с ссылкой возвращается в строй. Ай. О, балуешь, старика. Блин, балуешь. Довольно проучал хайт, принимая шутца новеньким мусом. Ну так и думал. Убить. Все готовы? Конечно. Командуй, капитан. Хайт улыбнулся Симонов, перехватывая винтовку. Начальник, погнали нах! Ёбаный брат! Ну-ка, разошлись. Действительно собирался тратить на них время. Ну а как же разминка? Ну все, теперь босс. Ну, теперь по факту мы на равных. Так что, ну как? Пати у нас, так скажем, не хуевая. Вспоминая это Adventure Cut, разъебать мы должны. У нас есть цели поважнее. Работаем тогда. Не расслабляйтесь. Они хоть и угроза, но не главное. Прикрывайте меня, пока я продолжу звон пионера. По возможности помогу с пионерками. Тогда разделимся. Симон, Ваня и Эмма, на вас, девочки. Я с Дэном и Пашкой беру на себя остатки нечисти. Поможем вам, чем сможем. Кроем шутера, пока тот решает ситуацию. Оттянемся, парни. Все разбежались по сторонам. Блять, секунду, извините. Блять, ну тут заебывай. Блять, я сам это не люблю. Воздух взмыл поток книжных листов со своим свистом пролетающих мимо. Обежав по дуге стенд юзеров, я с разбегу сбил ног одного из зомбарей, который неуклюже ковылял к месту забега. Добивайте! Ко мне подбежал Дэн, явно воодушевленный появлением союзников и какого-никакого оружия, усердно начал молотить бедологи бабушку. Радзяга, куда ты лезешь? Все, камень фармить потом будем. Остановил его я, когда тут уже усердно дробил спать. Нихуя у нас Дэнчик боевой, блядь. Вот это уже мальчик. Не мальчик, мужчина. Нерв. Разрядился. Заряжайся обратно. Тан, у них даже крови нет. В натуре. Пыль какая-то высыпается. Может они... Алло, гараж!
раздробив черепушку под кравшимися зомби, Гудо пошел. Нашли время для разговора. В общем, давайте так. Я их буду ронять. Я их буду ронять, а вы добивать. А сам чё? Мне нечем. Патронов 5 штук. А прикладом черепушки пройдите. Только винтовку. Хотя... Окей. Повалив еще одного зомби, выдохнул. Да, шо? Дерьмо. Пауку врага. Пауку врага, дебил, блядь. Сейчас у меня в пауку прибудет. Пауку врага прибыло. Откуда зомби, интересно, берутся? Мы же вроде никого не убиваем. Фанатов Беллэнса призывает. Усмехнулся я, оглядывая количество трупаков. Ладно, меняем план. Тут я особо не побегаю, слишком их много. Поэтому будем аккуратно ближайших ронять. Звучит просто. Силу надо экономить, если... Ворон! Я едва успел повернуться, прежде чем ноги сами оттолкнулись от земли, нося тело куда-то в сторону. Кусая шкурку от воткнувшегося в асфальт на том месте, где я только что стоял, клинков, обитых темно-фиолетовой аурой. «Не отвлекайтесь!» Крикнул я Денису с пушком, после сразу кинув винтовку и дав выстрел наступающую на меня угрозу. «На что же ты пристала ко мне? Мы еще не закончили. А мы ничего с тобой не начинали. Или попытку тебя пристрелить с моей стороны ты расцениваешь как жесть того, что я тебе симпатизирую?» «Понял». В очередной раз, кнув кульбит по асфальту, я нырнул в сторону, уходя от атаки Лены. Но, к сожалению, не очень успешно, таки получив несколько резаных ран на левом боку и плече. «Симон, забери свою женщину!» «Я немного занят!» В тот же миг он, получив оплеуху от Алисы, пробившейся через защиту Билли, отлетел куда-то за бумажную завесу, что скрывало от меня бравую ДК-команду. «Ладно». Только и буркнул я, выпрямляясь, прекрасно понимая, что без помощи наших заряженных товарищей при всех раскладах я солью ей это ПВП. «Давай поиграем. Только учти, что я сначала прикопаю, а потом уже отпою». «Ну, сука!» На выдохе прошипел Симон, проехав по земле и остановившись у ног Ивана. «Огребаешь от аниме девок?» Усмехнулся он, подав руку Симону. «Да не видно ни хрена!» «Видимо, Женя сконцентрировалась на бумажном штурме», ответил шутер, вглядывая из-за стены бедрока. «Блядь, Майнкрафт, бан!» Наблюдал за полем боя, попутно пытаясь на пару с Моникой пробиться в код пионера. «Я займусь ей». «Валяй, я прикрою, займусь рыжей». «Билли, ты как?» «Готов!» «Тогда поехали!» «Есть инфа, где Женя?» «Да, чуть левее от нас». «Левее, понял, принял. Но дало немного». «Зефир бы пригодился». «Да, было бы неплохо сейчас немножко протоумкрафтить нашу сборку». «Это опять Майнкрафт? Протоумкрафтить? Ёбаный сыр». «Нужно как-то до нее добраться и заставить переключиться на тебя. Это должно остановить что?» «У меня уже созрел план». «Что у нас по ресурсам?» «Мало. Креатив панель недоступна». «Есть еще бедрок?» «Немного есть, но...» «Шутер, мне нужно точное место...» Язык заплетается. «Шутер, мне нужно точное ее местоположение. Можешь как-то ее подсветить?» «Сейчас попробую направить к ней Монику». «Готовь лук с горящей стрелой». «Понял». На спиной рядача его стенд приготовился к стрельбе из лука, сильно натянув тетиву. И как только за туманно-бумажным горизонтом блеснула светло-голубая вспышка, горящая стрела, шумно разрезав воздух, полетела к цели, воспоминая и опаливая попавшиеся на пути бумажные листы, чутка улучшая видимость. Она отвлеклась на защиту. «Вперед!» Иван кивнул и побежал в ту же сторону, где в очередной раз мелькнул вспышка маячок Моники. «Эй, девонька, чего прячешься? Скучаешь тут одна? Ща будет два!»
Вместо ответа Женя направил свою силу на рядачан, но тот, словно этого и ожидая, грамотно и по таймингам сиганул в сторону. Уже в полете выкрикнул. Давай! Блядь, ну ёбаный сын, ну давай, ну блядь, ну майнтрёп, зачем, блядь, ну ё... Блядь, так же все хорошо было. Посиди, отдохни. Что ты делаешь, козел? Какая грубая и холодная. Позволь, я растоплю твое сердечко. На, вот, еще, прикури. Ну ладно, не, ну тут типа неплохо проработано, бля. О, она жива? Вроде да, без сознания. Может, стенд ее защитил? Может, стенд ее защитил? Пожертвовал собой? Ты не у того спрашиваешь. А, ну, с этим проще быть должно. У нас есть еще что-то? Пара стрелов, 3 железных слитка и 2 палки. Не густо. Руку Ивана начал обволакивать плотный зеленоватый дым, быстро приобретая форму и преобразовываясь в стандартенький такой колун. Ну что ж, давайте по классике. Не, ну с топориком имба. Бля, на самом деле, из-за, так скажем, ну, сегодня проёб был. Я вот даже сейчас закончу такой вот спидран. Ну, я типа записи. Ну, завтра будет нормальный, я надеюсь. Ну, блядь, просто я говорю, сегодня неожиданные планы возникли, и меня нахуй... Сколько? 2 часа и 30 минут вырвали. Когда у меня день был расписан, вот... Я, блядь, прихожу с работы, там кушаю, вот это, отдыхаю немного, потом иду, читаю вот это, все. И... А в итоге, блядь, у меня, ну, считай, ну, 2:30, ну, все просто, на. Все. Пизда, хуёво. Поэтому, да, сегодня один из таких коротковатых получится. Печально, но я говорю, я думаю, до конца недели, блядь, желательно даже в четверг, ну, короче... Я думаю, либо в четверг как-нибудь закончу, либо в субботу. В пятницу не получится, там, блядь, заварючка, походу, намечается. А в субботу, ну, как вариант, если в четверг не осилю, как-нибудь так. Ну да, сегодня согласен, вяленько было, в духе. Мало реакции. Ну, блядь. Я не знаю, это все потому, что, блядь, я трезвый. Хотя все другие выпуски тоже, блядь, в основном. Ну, блядь, ну... Всё. Сегодня такое просто чтиво было. Ну, ну камбэк прикольный. Ну, ладно. ББ, ГГ.